Это опять-таки обещание. Эти обещания мы слышали 3 сентября, когда нам обещали решить дать электроэнергию на рынок. Опять обещают в течение 10 дней дать электроэнергию после того, как мы закончим с документами. Но документы находятся в руках у глав архитектуры, у Северэлектро. Все документы мы надлежащим образом оформили. На практике это делается по гарантийному письму. Начинается и проводка, и установка трансформаторов, подсоединение к линиям, электролиниям, дается электроэнергия. Электроэнергия сейчас товар. Мы просим электроэнергию дать по счетчику. Все готово, всю аппаратуру, все оборудование мы купили у Северэлектро. Дайте нам электроэнергию, мы готовы за нее оплачивать. Мы можем даже внести депозитом предоплату. Какие ваши дальнейшие действия? В данном случае мы сейчас будем ждать, какой будет результат. Мы нацелены получить результат. У нас не было целью выход к Белому дому, либо выход к мэрии города Бишкек. Мы хотим решить те проблемы, которые уже вот на протяжении полугода остаются нерешенными. Люди устали в ожидании. Вот эти голословные обещания, которые никто не собирается исполнять.